Жить комфортно и уютно должны все, и каждый сам решает, что ему нужно для этого. Вот и жители двора на проезде «Молодежный 3», взяв инициативу в свои руки, принялись облагораживать свою территорию. А помогли им в этом депутаты городского совета. Для жителей этого двора на молодежном проезде утро началось с приятной работы. И дети, и старожилы собрались вместе, чтобы облагородить территорию рядом с домом. Здесь они высадят несколько десятков деревьев. Хочу посадить дерево, чтобы Мурманск стал чище, лучше, и чтобы сюда все приехали. Все собрались, как бы сегодня выходной день, как бы все дружненько. Все-таки наш двор нужно как-то. Все для нас, для радости. Чтобы потом все радовались мы. Мы эти деревья, вот эти большие, сажали еще 40 лет назад. Мы переехали в этот дом, а теперь они вон большие. Надо, конечно, облагородить свой дом, поэтому мы болеем душой. Помощь в посадке оказал городской совет депутатов и управление администрации Первомайского округа. Жителям выдали инвентарь и саженцы, но и представители власти не остались в стороне. Сегодня по плану высадить порядка 120 кустов сирени, рябины. Мы эту работу проводим с хорошим настроением. Вот, это будет залог того, что все саженцы у нас приживутся. И в скором времени будем наблюдать красивый пейзаж в этом районе. И жители из окон будут любоваться плодами своего труда. Мы же на севере живем, вы же сами все прекрасно понимаете. Зелень у нас достаточно... Короче, зелень надо беречь, а когда ее становится больше, это просто здорово. Недавно в этом дворе отремонтировали проезжую часть и тротуары, построили детскую площадку и обустроили автопарковку. А когда деревья подрастут, рядом с домами будет небольшой зеленый парк.